Видела? Нет, ничего нету больше. Вот, ну опять мерка. Видишь? Где? Да бабушка, ну вдали там просто все вот так мерцает. Ничего не вижу. Там не просто вот такой молния, а именно вспышка. Так, снимай. О, о, как. О, ух ты, что творится? Тихо, давай только молча, пожалуйста. Гроза-то идет, какая, ребята. Ура, получилось. Ты видео снимай-то. А я что делаю, фотку под... Вот это да, какая там гроза-то. 10 молний, наверное, было. О, ребята, гроза, какой сильный ливень будет. Так, да мы уже видим. Качель, что ли, убрать? Домой. Сейчас все уберем, да, столько снимем. Это оттуда несет на нас все. Да мы видим. Что у нас тут унести может? Ура, ура, ура. Есть компромат. Ох, опа, вот это да. Так, о, что у нас? Это этом... просто жесть, девочки. Качалка-то, качалка-то не будет да снимать? Сейчас мы уберем все, я говорю. Постой, идите а сейчас через... Подожди сейчас. Сейчас через 5 минут уже сюда нанесет. Ой, ой, что творится. Давай скорее, все, пошли убирать. Ура, ура, так, ура. Что тут может унести у нас еще? Это гроза, жесть. Гроза к нам идет, страшная гроза, молнии вдалеке. Смотри, что творится вдалеке. Пизды, тут уже это там снести. Досками у тебя новый этот кабачок-то как-нибудь придавить еще. Бабушка, все, пошли снимать качель. Идите, снимайте нахуй. Ужас, ужас, что творится. Смотрите, какая гроза-то пойдем идет. Пойдем! Сегодня обещали грозу-то, ё-моё. Так, тапки отсюда убрать. Ты же понимаешь, что будет-то? Это очень опасно сейчас сидеть тут с телефоном, я отвечаю. Давай выключай, сейчас еще 10 секунд и все. Над сами, над нами-то как звездануло, когда мы качель снимали. Да. Как над нами звездануло, а муха ползет, что ли, там по стеклу или да, что-то. Муха. Прикинь, какой-то паук ползет, что ли. Ой, бляха, муха, что творится, а? Восьмая секунда. Я обосралась. Ба, это жесть. Это гроза. А между прочим, гром только я заметила. Вы бы сейчас вообще ни о чем не знали, гуляли бы себе. Это гроза. Все, давай выключаем, это очень опасно. Грозище. О, вот это. Блин, я... опасно. Опасно. Телефон-то у меня, похоже, чем твой снимает. Еще не донесло, да, она немножко сносит туда. Ой, вон там-то вдалеке-то, ё-моё, туда не успела. Сюда не успела. Ох, там. Ох, сейчас над нами тут. Тихо. Вон, видишь, воронка образуется вон там. Это плохо? Сейчас будет этот ураган, как его назвать-то? Смерч. Да нет, пока еще. В смысле пока еще, деда, не пугай. Ничего же не будет такого, да? Не будет. Не бойся, ничего не будет. Камеры тут у нас совсем еще место сейчас везде. Да, выключи камеру. Да. Ничего не будет, что камера-то у меня ведь не ток тут. Ничего не будет, камера-то. Да чего вы взяли? У меня ведь не ток тут. Да. Там, она, это река ай, держит. Кусаются. Опа! Река держит. Я тоже подорвалась. Опа! Река держит еще пока облака. Комары кусаются. Комары-то как дичалые. Да, они не скакали. Присосаться двери так закрывайте. Сейчас там каждую дырку буду сосать. А телеки нормально то, что работают или не работают? Надо выключить все телевизоры, надо все выключить. Выключите, пока я поснимаю. Из сети. Выключи, иди. Да ничего страшного. Да бабушка. Да ничего пока. Опаньки. Фу, комары-то заедают. Дед, выключи телеки. Выдерни там все ресиверы и все выдерни. Комары, блин, офигели совсем. Ай-яй-яй-яй, съели комары, сожрали. Демоны. Ой, что творится, ребята, что творится-то? К нам идет такая гроза страшная. Все будет хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо. Ты, блин, комары бьют. Дождь уже начался, он еще только это, вот что как освечивает там все. А у меня контраст сделан.
Я говорю, она прям по страшной силе это. Над нами сверкнула, когда мы качели снимали, мы чуть не умерли. Ай, комар. Мы крышу сняли, а сидюльку снимать не стали. Да, мы комар, так, иди себе в баню. Мы так испугались. В смысле, не в баню к нам, а вообще в баню. Мы так испугались. Я аж охнула. А, комары. Это хватит. Ой, как они грызут-то, комары-то да съели нас живьем. Да блин, уже... хватит. Мы уже спать собирались, разделись, с голыми стоим ногами. Ну, не собирались, конечно, спать-то. Ой, какой ужас. А, ну, почему, когда я выключаю, у меня молния такая? А зачем ты выключаешь? Так потому что я уже надоела мне снимать. Скинешь мне? Кину, что нет-то. Ну, почему, когда я выключаю? Бесит. Фу, комары-то. Да хватит снимать, я скину потом. Комары-то. Аж прям рябит. Блин, телефон собака не успею заряжать. Не успеваю. Ой, ох как, ох как. Жесть. Страшно. Съели комары, сейчас будем чесаться. Чесаться уже не обращаю. Почему они так это? Что им сложно под кубочкой? Они от ливня уже, видишь, они тоже у них начинается, наверное, сумасшествие. Они от ливня прячутся, а вот тут нами пахнет. Конечно, они нас готовы пожрать. Они готовы в нас залезть. Морду тыкаются прямо. Ну, а мне не в морду, мне в ноги. И в пальцы. Будем топтаться и плясать. Опа! Минута 20. Все, я выключаю. Надеюсь, не будет хорошо. Я выключу. Раздел, и молния. Раздел-то, видите, вот эта белая полоса? Да, вот, тут, вот это здесь будет, этот молния просверкнет между вот той полосы, смотрите. Так она и так там только сверкает. Видишь, разделение идет. Ох, вот. Видишь, сверху вниз какая проскочила. Я на замедленную буду. Да не на сверхзамедленную, да, она просто на замедленную. На замедленную снимаю, очень красиво, опа-опа. Да не на сверх, а просто. Ай, да не кусайтесь. Почему такое прекрасное? Вот где эта белая полоса, она там должна быть. Да мы видим, да. Все ближе и ближе, да, идет? Да. Все ближе и ближе двигается к нам. Это плохо. Ой, Лена, спасибо, только у нас ноги кусают. Не могу. Комары-то озверели вообще. Я боюсь. Да что не мой. Бойтесь вы. Да блин. Это... Фу-фу-фу. В морду везде лезут, блин. Господи, как страшно. Комары-то прямо летают. В камеру, да. В камеру попадают прямо они. Ох, красиво. Минута, так, 50 секунд. А! Тихо-тихо. Господи, Иисус Христос. Да комары, да, останьте, пожалуйста, не уйдите. Комары летают прямо перед камерой. Да все, она заталась, в принципе. Гонит еще. Ну все, сейчас еще дождемся и пошли. О, все, пошли. Тут-то молния-то вообще была шикардосная, прямо, ага, прямо. Вду, в землю, да? Ну. Когда, ну, сплю, не надо. Какую уже по землю? Ох, красота. Боже. Замедленная съемка, это все. Ты мне потом скинешь замедленную съемку. Я подумала. Вообще, сейчас сюда придет уже. Все, все, ближе, ближе, эта полоса к нам. О, боже мой. Ох, какая красивая. Дедушке, лишь бы красиво было. Я тут стою, вся пересрала. Дедушка, ой, какая красивая. Меня съели всю прямо поедом, сожрали. Да меня тоже. Я уже все чешусь, и мне уже пофиг, честно говоря. Красиво. Ай, деда. Я веником отгоняю. Во-во, отгоняет нас. Ты веником. Видела? У меня, короче, на замедленной съемке такой контраст. И когда молния сверкает, ой-ой-ой. Когда молния сверкает, то дерево, оно как будто как человек. Большой великан.
Это на самом деле очень красиво. Мама! Вы не представляете, как... Все ближе, не ближе. Я хочу, чтобы прям стрелой, только не в землю, просто на небо. Никуда, чтобы просто на небо, пожалуйста. Мне уже смело вот, тебе зашли домой, там такие были эти. Ну, всегда, так не всегда. Мне все равно красиво. Идет еще шона оттуда, но кажется, что близко, на самом деле еще она далеко есть. Кажется, что близко, что завтра все равно. Очень страшно. А если все выключено, не будет вылетать? Это обычно, да? Громоотводы-то у нас, интересно, есть ли и громоотводы, что нет, или на дачах какие громоотводы, откуда? Не так сейчас происходит. Одно кино не снимали. Пойдем. Все.